většině dají dokonaly four steps, čtyři punkty, ty šáky. And we start with the posture and uplifting the posture. Первый шаг – это поза, немножко подняться. Then the breath, breathing in and up, out and down. Второе – это дыхание, то, что мы делали, вдох наверх, выдох вниз. Then we become aware of the space around us. Третье – это расширить внимание на окружающее нас пространство. Not just from the mind. Не просто умственно. But also like you are being present in the whole space. Но как будто ваше присутствие распространяется на всю комнату. And then you can ask for a specific quality of how you want to be. И четвертый пункт, можно задать себе вопрос, какое качество, в каком качестве я хочу быть, какое качество я хочу развивать. And the idea is not that you are lacking it. И смысл не в том, что вам чего-то не хватает. Or that you're not good enough. Или что вы недостаточно хорошо что-то делаете или проявляете. The idea is that it's something that you have already. Смысл в том, что это уже у вас есть. You want to grow. Но вы просто хотите расти в этом. So you can ask this question. И можно себе задать вопрос. What would it be like with a little bit more of something in my body right now? А что если добавить немного чего-то? And you can take ease. Можно говорить о расслаблении. Always a good idea. Это всегда неплохая идея. Or something else, like lightness. Или что-нибудь еще, например, легкость. Or focus. Сфокусированность. Or an element. Это может быть какая-то стихия. More earth. Например, больше земли. More water. Больше воды. So this question works for everything. Это такой универсальный вопрос. And what is nice about it is it helps us to shift little by little. И полезность этого в том, что это помогает нам меняться понемногу. So if you do that often, then it does really grow in.